Третьекурсница колледжа сервиса и дизайна Ирина Митиркина без пяти минут мастер-парикмахер. Осталось получить красный диплом и выиграть Дельфийские игры. На конкурсе профессионального мастерства выступает впервые. Девушка уверена в победе. Я стараюсь тренироваться на людях. Но если человек не смог или еще что-то, мы берем болванки, головы с настоящими волосами и на них тренируемся. С детства мечтала вообще быть парикмахером. Не знаю, очень нравится работать с волосами, придумывать какие-то образы людям и радовать человека. То есть, когда сделал ему прическу или окрашивание, у него сразу улыбка на лице. Вот. И от этого я тоже заряжаюсь. У некоторых конкурсантов Дельфийских игр за плечами участие в WorldSkills. Это еще один конкурс профессионального мастерства. Поэтому конкуренция на городском этапе у начинающих парикмахеров жесткая. На прическу ожившая фотография, это стиль 40-х годов 20 века, дается 40 минут. На свадебную шляпку, современную праздничную укладку – 1 час. Некоторые эксперты – вчерашние победители Дельфийских игр. Да, конечно, все зависит от практики и от того, насколько мастер грамотно и четко отрабатывал перед подготовкой. То есть, чем больше он работал над этим, тем чище и лучше прическа получается. С моделями парикмахеры работают еще за несколько часов до начала конкурса. Укладывают волосы, плетут косы. Это секрет быстрой работы во время выполнения задания. У волос, как и у мышц, есть память. Перед выходом на старт модели расплетают. Эксперты уверены, чем больше будет проходить в Самаре подобных конкурсов, тем выше будет уровень мастерства парикмахеров в салонах красоты. Данная отрасль развита достаточно широко. Есть очень крупные салоны, которые делают профессиональные, очень крутые прически, очень красивый макияж. Также проводят всевозможные конкурсы и участвуют на международном уровне. За право считаться лучшим парикмахером Самары среди начинающих на Дельфийских играх сражались 9 конкурсантов. Но жюри уверено, все, кто сейчас в этом зале делает прическу, уже сегодня могут работать в любом престижном салоне красоты. Без работы у нас не остался ни один выпускник. Как правило, даже на выпускных экзаменах, на защите диплома, у нас работодатели даже переманивают друг у друга этих студентов. Победитель городских соревнований профессионального мастерства Дельфийских игр поедет защищать честь не только Самары, но и всего региона на всероссийский финал. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.